Короче, первый день нашего репортажа. Начинаем с лесу Аляски. Выехали, короче, мы Джанибекляна, Ажалджашва, Адамла и мен Марат. Выехали, вот, короче, поохотиться. Крокодилов хотели половить, а оказалось, в Аляске нету их. Мы решили, короче, не растеряться. Положили палатку, пошел дождь. Дождь не пропускает, только наполняется. А. Ну ничего, выживем. Так, а. Короче, охота есть. Оружия мало. Охотимся вот. Голыми руками, голыми ножами. А так, вообще дерзкие движения тут, короче, не проходят. В лесу опасно. Это не шутка. Это чисто первый репортаж. Начало, как говорится. Ну... Мы вам покажем, как тут движение наводить, как выживать, куда идти, зачем пришел, потом где. Тоже вот как мой брат Марат сказал, ножами охотимся, оленей хотим поймать, кабанов не будем ловить. Не халяльные они. Да, не халяльные. Потом это тепло. Этот, нам тут дядя Азамат дал эти спальные мешки хорошие. Поход. Поход, да. У нас все есть. Палатка от Мурчеллы. В общем, костер нам Ози, вот, зажигалку хорошую. Костер сделали. В общем... Короче, горим, жарим. Жарим. Жжем, кушаем. Адам, ты это слышал? Что? Да этот звук, он опять повторился. Точно, это волки. О, я слышу, слышу. Они где-то близко. Они рядом. Мы что-то, короче, в лесу сейчас здесь сидим, недалеко от нас. Логово волка. С утра мы, когда волчица уйдет на охоту, пойдем и, может, попробуем достать волчат и посмотреть на них, какие они интересные. О, звуки тихо. Что за сегодня за движение? Короче, первый день выживаем сегодня. Да, выживаем, короче, сидели в палатке, нормально было, потом палатку начало трясти, короче. Камбас туда-сюда, короче, там движение, не движение, короче, сразу там. Вот, снимаем первый день охоты. Вот, Марата следы. Марат, я таптым. Смотри, братчика, вот это следы, короче, очень опасного зверя. Ох. Короче, сегодня мы выдвинулись первый день охоты. Ага. И пришлось уйти на 80 майлов. Нету. Это волки. А. Далее, далее. Куда? Короче, вот следы где-то вот туда уходят, в речку. Ага. Ох, о май гад ты, я не помню, о май гад был. Нет, тик, Марат. Качнак. А, нет его.